Сотрудники Walmart могут получить высшее образование за счет компании. Компания Walmart заявила о новых бонусах для своего персонала. Теперь сотрудники торговой сети могут получить высшее образование фактически за счет работодателя. 1,5 миллиона сотрудников компании теперь имеют возможность получить степень бакалавра по бизнесу или управлению поставками в 3 некоммерческих учебных заведениях всего за $1 в день. Walmart будет оплачивать обучение, книги и другие связанные с получением образования сборы, а также оказывать поддержку в процессе подачи заявки на обучение. По оценкам руководства Walmart, программой могут воспользоваться около 68 тысяч сотрудников, раскрывать потенциальную стоимость программы в компании отказались. Воспользоваться образовательными возможностями могут сотрудники Walmart, работающие как полный, так и неполный день. Walmart не первая компания, предлагающая бесплатное обучение для своих сотрудников. Таких работодателей в США несколько. Список и условия образовательных программ в 5 крупнейших из них доступны по ссылке в описании. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал, если хотите знать больше.